России сегодня стартовала весенняя призывная кампания. Проходит она согласно требованиям Роспотребнадзора. Призывников будут обязательно тестировать на COVID-19, а все работники военкомата вакцинировались от инфекции. Сейчас этап медкомиссии подготовки к прохождению срочной службы. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в третьей декаде мая. Министр обороны России Сергей Шойгу особо подчеркнул, что в горячие точки призывников направлять не будут. Как обычно, для прохождения срочной службы призовут граждан Российской Федерации от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и не имеющих отсрочки по состоянию здоровья. Уклонистам грозит уголовная ответственность. Весенний призыв закончится 15 июля.